Здравствуйте, дорогие зрители канала «Про цветок». Вас приветствую я, Олег Елисеев, и хочу вам рассказать о древовидном пионе и что с ним делать вот в это время года. Я являюсь уникальным обладателем самого больших кустов древовидных пионов, которые я видел в Беларуси. Я вам покажу их в цвету. А сейчас расскажу, как достигали эти растения такой высоты и почему и как они пышно цветут. Сейчас самое время их обрезать. Кстати, это растение здесь растет на этом месте всего-то 10 лет. А так его способность быть на одном месте очень велика. Оно способно находиться, цвести и плодоносить на одном месте 300 лет. 300 лет оно будет радовать вас, ваших детей, ваших внуков. Причем в нашем климате очень красиво и обильно и пышно цветет, о чем вы увидите на картинках, и весной мы с вами еще раз это посмотрим. Итак, обычно пион древовидный, родом он из Японии, и они его рекомендуют обрезать до 2-3 почек. В нашем климате такая обрезка не подходит, и вся обрезка сводится к некоторым простым приемам. Производим обрезку до первой живой почки. Не обрезаем так, как советуют японцы, откуда их родина, радикально. Вот эта почка живая, но эта почка обязательно проснется. Мы ее тоже оставляем. Здесь мы видим, вот повреждения и живой почки нету. И красиво росла роза. Оставляем все почки на цвету. Что ему укрытие этот пион не требует, если его правильно посадить. Правильная посадка для каждого участка, она правильная по-своему. Ну, как и каждый участок уникальный по-своему, и агротехника на одном участке не подходит к агротехнике другому участке. В общем, это общеизвестно. В данном случае, что для меня была правильная посадка пиона? Это посадка у дома вдоль тропинки. Мы тропинки прочищаем и снег ложим прямо на куст пиона древовидного. И таким образом мы сохраняем и корневую систему, и сохраняем само дерево, что позволяет этому пиону расти и вести себя так, как ведет сирень. И что при его высоте и огромных цветах очень красиво видно. Итак, переходим дальше к обрезке. В принципе, мы видим цветы прошлого года. Семена высыпались, их можно собрать, они все всхожие будут. Всхожесть у этих семян до 5 лет. Поэтому, если вы собрали и посадили семена древовидного пиона, если взойдет 5%, это хорошо. Но ящик не выбрасывайте, потому что на следующий год еще взойдет 10% этих семян. Обрезаем до первой живой почки. Не слушаем японцев. Радикальную обрезку в нашем климате это растение переносит гораздо хуже. Новые побеги оно даст все равно. Возможно, этому растению здесь 10 лет. Возможно, лет еще через 10 нужно будет проводить более радикальную обрезку. Но вы по цветам увидите, что ему сейчас это не нужно, и мы ограничимся отрезанием побегов до первой живой почки. В целом такой вот нехитрый уход.
даст вам такое вот красивое растение, которое будет вас радовать. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И пусть у вас также будут такие вот прекрасные пионы. И если они получатся еще лучше, я буду рад, что на планете стало красивее. Всего вам доброго.